Вот такая красота сегодня на улицах города. Просто зимняя сказка. Тишь и благодать. Атмосфера. Несмотря на все предупреждения, рыбаки у нас выходят на лед. Рыбалка это прежде всего. Несмотря на то, что лед еще очень тонкий. Ну, красота, конечно. Часть Амура замерзла уже. Ну что, хочу сказать про набережную. В этом году, походу, не судьба была ее сдать. Ну и горожане не смогли воспользоваться всеми прелестями новой набережной. Поэтому, когда ее сдадут, неизвестно. Хотя сейчас в каком состоянии, я вам покажу. Техника работает потихоньку, город очищают.